Нам надо вернуться к той пещере. Хватит с нас мрака. Хватит прятаться. Хватит с нас пещер. О чем все это говорит? Надо следовать за светом. Я не могу измениться, и у меня нет идей. Зато моя сила при мне. А сейчас только она и нужна. Нет, мы не знаем, что там находится. А вдруг ничего? Это слишком рискованно! Это шанс. Я готов рискнуть. Знаешь, я хотел зашвырнуть тебя подальше еще когда встретил. Это шутка, надеюсь. Что такое шутка? Теперь, сын, твоя очередь. А ты туда что, не попадешь? Сначала вы, потом я. Ты молодец. Ну, мать. Не надо сантиментов. Кидай меня. Стой. Ты удивил меня сегодня, дубина. Твоя очередь. Нет, я должна многое тебе сказать. Я должна все исправить, а времени нет. Я исправлю. Помогает. Как назвал? Просится слово «объятие». Хоть и не в рифму с Грук, но ты можешь по-другому назвать. Нет, нет. Мне нравится объятие. Я люблю тебя. Я... Папа! Мне страшно. Ничего не бойся.